Вашему вниманию представлен круглопалочный станок модели FS-60. Станок предназначен для изготовления заготовок круглого сечения в диапазоне от 10 до 60 мм. Для каждого диаметра необходим режущий инструмент – ножевая головка. Станок поставляется с набором ножевых головок для изготовления заготовок диаметром 24, 32 и 40 мм, которые являются основными стандартами черенков. 24 мм швабра, 32 мм грабля, 40 мм лопата. Данный станок оснащен автоматическим механизмом подачи заготовки с использованием рифленых подающих вальцов на входе и гладких принимающих на выходе. Количество скоростей на станке 4, 6, 9, 13, 16 метров в минуту. Такое количество скоростей дает возможность оптимально подобрать скорость подачи не в ущерб качеству, в зависимости от породы древесины и ее влажности. Смена скорости производится путем перемещения рукоятки в нужное положение. На станке также есть реверс подающих и принимающих вальцов, что способствует возврату заготовки в экстренных случаях. При необходимости смены ножевой головки другого диаметра следует открутить два фиксирующих винта с мультиинструмент. Такое крепление довольно надежное для данного вида оборудования и не требует высокой квалификации оператора для замены инструмента. Для смазки станка предусмотрены масленки, через которые шприцеванием подается масло. В дополнение к станку рекомендуется приобрести пылеулавливающий агрегат производительностью 2000 м3 в час. Данный станок отвечает всем современным требованиям деревообработки.